Всем привет, с вами канал «Все для города», затарились в магазине «Победа». Я так тоже немножко набрал. Сладости я ничего не взял. Да, их нафиг сладости. Сахарные. Сейчас ягоды пойдут. Сахарные. Не вовремя ты есть, дружок. Пятерку пойдешь? Нет, не пойду. Потом как-нибудь. Когда поедем за аккумулятором, мы там зайдем, в этом, в Уховице. А, точно. Ну, дня через, не знаю, когда я поеду, понедельник, может. Поставлю на подзаряду, подзаряжу немного. Может, протянет еще. И чего он садится, мне интересно. Даже часы сбросил, блин, зараз. Наверное, все уже вздыхает, да, скорее. Скорее всего, уже, да, срок подошел. 7 лет уже. Да. Уже что-то где-то там не цепляется. Нет у них. Там плюс у них, не надо плюс слева, а у них плюс справа. Ну, что они такие делают? А мне переделать? Смысла нет. Надо такое искать. Ну, справа обгоняет. А вы, нет, врезать дальше, да? Справа чем? Обгоняет. Ой, да. Щучкой. Ой, по сплошной. По... Справа обгонять нельзя. Да я сплошная-то. Тут даже ну, вон ну да, он на остановку выехал. Вот здесь хотя бы. Ну, больно нужно. Вот. Сейчас я кондиционер включу, сейчас помогу. Нормально. Чуть я там намерзлась, там холодно в этой победе. Нет, мы не успели. Я только сюда потихонечку здесь проел. Мобильная камера ДПС. 60 километров в час. Стационарная камера. 60 километров в час. Ну я там 4 баночки рыбки взял, ну это горбушки. Угу. И батончик. Давай. Давай, выбирай. Я там мясо делаю, это такое испарять. Ну что-то. Она жесткая зараза. Да мясо, куриные грудки я там пожарил. Жесткие какие-то, на курицы старые, что ли. Не курица была, а это как? Да не говори, иной раз, правда, жуешь. Ограничение скорости 60 км/ч. Их легче, наверное, отбить и в сухарях обвалять. Не, их провернуть лучше. А, котлетки? Котлет сделать, ну да. Хлеб добавить, капусты. А ты капусты купила? Купила, 2 банки. А, ты такое капуста. Да. Я думал, ты это вилок хочешь. Там лежит еще свежий. Сама посолила. Да, целый килограмм капусты за 52 рубля, рубленая, соленая, с морковкой, килограмм. 54, что ли, она? 58, ну что это? А это такая, еще возюкаться, еще кутерышка, еще листья подерешь. Это уже копилка. Она полезная, квашеные витамины там. И для желудка. Ну, не особо, да? Желудка, но все-таки. Ограничение скорости 90 км. Эти макароны. Я что-то я не помню, когда я только с ними макароны что-то ела. И не варила. И макароны, рожков, что-то